Через считанные дни мы переступим порог нового 2018 года, года собаки. Собака отличается преданностью, у нее масса и других достоинств. Об этом в нашем следующем материале. Собака является одним из достояний народа, жита казна, о ее верности слагаются легенды. В народе особое отношение к собакам. Например, первую одежду новорожденного казахи называют иткуилек. Галия Убниязова своему внуку специально сшила такую распашонку. Как рождается ребенок, на него надевают иткуилек. Через 40 дней его купают в 40 каплях воды. Снимают с него этот иткуилек и заполняют его сладостями. Потом этот сладкий кулек надевают на шею собаки, и дети ловят ее, пробуют эти вкусности и опять приносят рубашку в дом. Эту одежду никогда не выбрасывают, берегут для следующего ребенка. Считается, если бездетной женщине дать такую распашонку, она обязательно станет мамой. Нурали Абдиманов уже давно занимается разведением собак. У него около 40 тубетов. Каждый весит около 70 килограммов. Одни сторожат скот, другие двор. Моя задача не потерять эту породу и передать следующему поколению. Собаки умные, сильные и отважные животные, поэтому с древних времен они помогают человеку. Они несут службу и в полиции. Преступнику не уйти от их острых клыков. В течение года с их помощью раскрыто 175 преступлений. Собаки натасканы на поиск наркотиков, взрывчатых веществ. Кинологи ежедневно наготове. Кражи, убийства, в раскрытии самых разных преступлений задействованы наши собаки. У собак много хороших качеств. Они верные, надежные. Не случайно по восточному календарю год собаки, год мира и стабильности. Да будет так. Галымжан Жамназар, Тажимрат Альжанов, Алпамас Ашербеков, Турихан Хужахметов, телеканал Кызылорда.